серию задумала очень давно, но специально ее себе в голове не формировала вот прям конкретно какой-то образ какого-то района, даже который мне был знаком, потому что я сразу решила, что буду спрашивать мнение людей, с чем у них ассоциируются разные районы, предприятия, какие-то природные объекты, какие-то, ну, в общем, какие-то особенности, животные, ну и так далее. И уже после того, как люди наговорили свои ассоциации, присылали ВКонтакте, в Телеграме, в WhatsApp, просто с кем-то разговаривала, я их себе все записывала, и только после этого я уже начала формировать, ну, представление каждого района, отдельно уже каждого. Ну, например, Хасынский район. Девушка, у нее в руках вода, символ того, что, ну, Хасынский район славится своей целебной минеральной водой. Плюс браслеты у девушки, там и золото, и серебро, но они не такие яркие, например, как в Сусумане или в Тиньке, потому что, ну, это не основа. Но также на браслетах есть стеклянные шарики, потому что прям очень многие люди, которые жили или были в Хасынском районе, называли Хасынский стекольный завод. Поэтому обязательно стекло. Многие называли действующее предприятие концерн Арбат, поэтому в сережках у нее роза ветров, концерн Арбат. Ну вот, например, Хасынский район такой. Ольский район все, у всех почему-то ассоциируется с рыбой, с разнотравьем, потому что, ну, туда ездят и фотографироваться из города, вот чисто просто в полях травы и цветов. Поэтому Ольский район такой более легкий, такая вот природная девушка. Но в Ольском районе больше всего медведей. Ну, опять же, потому что там рыбные реки, поэтому у нее ожерелье с когтями медведей. Ну вот, например, это вот Ольский район. Тенькинский район – это мой родной район, если честно, он мне поэтому и легче всего давался. Ассоциаций было много, потому что, ну, естественно, у меня много и знакомых, и друзей, которые живут сейчас или жили раньше на Тиньке. У нее в волосах венок из колючей проволоки – это как история района. Ну, несмотря на то, что у нас все районы с этим связаны, но не во всех районах почему-то у людей были такие ассоциации. Ну, я сама дорисовывать не стала. Вот как люди говорили, так и делала. В целом, я довольна, я надеюсь, что все люди, которые в этом участвовали, что они тоже будут довольны, потому что, ну, все-таки каждый вложил, ну, частичку своих каких-то воспоминаний, своих ощущений.